стартовали участницы первого забега. Забег очень сильный обещает быть. И сразу напомню, лидер мирового сезона Саня Ричардс в Кингстоне 9 мая 49-95. Кристина Хурогу, Великобритания, лидер Европы 51-45. И вот по этому-то результату как раз могут пробежать. Ну, конечно, надо их поддерживать. Девчонок, дорогие друзья, те, кто сидит на трибунах, вот сейчас 200 метров пройдены, и, судя по всему, Вешкро в этом забеге будет биться за высокую скорость и высокое место. Но не она одна. Заключительная прямая. Татьяна Вешкурова выигрывает этот забег и с нетерпением ждем результата. Напомню, лучший результат сезона в Европе 51-45. Кристина Хурогу, Великобритания.